удивительные артефакты. Они как будто бы говорят со мной. Να πέσει και κορυφές ενορίες. Να πέσει και κορυφές.
Что это? Послание. Только лучшие товары. До скорого. Thank you.
Thank you.
Убийца! Убийца? Я ни при чем! Убьем ее, пока не поздно! Не трогайте! Может, расскажешь, что случилось? Нет, все в порядке. О, Дикаст, ты можешь все это прекратить. Меня зовут Лира, а ты помог стольким людям. Ты чудесен и прекрасен, и силен, и ты здесь. Хватит, мне не нравится, что ты делаешь. Молю, прости. Само твое присутствие подтверждает легенды. Ты здесь. Встретиться с тобой лицом к лицу — это... Прости. Тебя считают убийцей. Не похоже на это, но как Дикаст, я должен знать. Они думают, что я убила ту злосчастную семью. Как убили и тех, других. Но я этого не вынесу, клянусь. Поверь, это не я. Где ты была, когда это произошло? Если их убили прошлой ночью, то я была здесь, пыталась поспать. Но теперь я сплю плохо и вижу странные сны. Одни и те же. Снова и снова. Ты была одна? Ну, да. Я очень устала и решила остаться дома. Ты говорила и о других убийствах. Это было... третье. Не знаю, почему винят меня. Я не смогла бы сделать такое... Я выясню, что произошло. Покажи, где совершили нападение. Дальше по дороге. Здесь недалеко. Спрячься до моего возвращения. Хорошо, спасибо. Ты и правда великий Дикаст. Возможно, кто-нибудь видел, что случилось. Хочешь знать о том, что было вчера? Да, что? Все только об этом и говорят. И раз Дикаст здесь, значит, ты этим и занимаешься. Если ты что-то об этом знаешь, не молчи. Я видела лишь издали, но это твой. Его невозможно забыть. Это был волк? Скорее уж, зверь. Увидишь его, беги. Буду осторожнее. Великий Дикаст, чем я мог заслужить такую честь? Я ищу того, кто совершил нападение прошлой ночью. Конечно. Я думал, с этим уже давно покончено. Ты о толпе, чуть не забившей женщину? Я все сказал. Я же Дикаст, или ты забыл? Поверь, те, кто хочет что-то от меня скрыть, потом весьма сожалеют об этом. Ты уже знаешь, кто виноват. Лира? Думаешь, толпа права? Разумеется. Я им и сказал, что это она. Я видел ее ночью. Безумную, в крови. Было темно. Как ты мог ее узнать? Я знаю, что видел. На этих следах видна кровь из дома. Убийца ушел этим путем.
Ножом так не ранить. Когти? Этот кровавый клочок не от одежды убитых. Он принадлежит убийце. Нужно рассказать Лире, что я смог узнать. Ну, тебе удалось что-то узнать? То, что я узнал, меня смущает. Расскажи. Я нашел двух свидетелей. Женщина слышала волка. Но мужчина сказал, что видел тебя в крови, и ты выходила из дома. Это ложь. Или ошибка. Было темно, там мог быть кто угодно. Это не все. Убийство совершено не оружием. А чем же? Похоже на следы когтей. Я нашел там клочок ткани. Он не подходит к одежде убитых. Это мой? Как он туда попал? Кто-то хочет, чтобы в их смерти винили меня. Скажи мне правду, Дикаст. Волк их убил или что-то еще, но явно не ты. Конечно, не я. Но зачем же кому-то выставлять меня убийцей? Мы выясним это вместе, когда я убью зверя. Ты его убьешь? Разве у нас есть выбор? Хочешь, чтобы за тобой снова пришли? Конечно, нет. Просто жаль, когда убивают животных. Если не убить зверя, будут новые жертвы. У меня есть друг. Он может пока меня спрятать. Нужно найти зверя и убить его, пока он не напал снова. Малака, Лира? Это все я? Но как? Мне такое встречалось. Минотавр, Циклоп, Горгона. Все они люди под властью мощных артефактов Ису. Остановить их можно, лишь убив. Другого пути нет. Но ты превратилась назад. Ты чем-то отличаешься. Я не помню, как шла сюда. И зачем? Думаю, та часть тебя знала, что попалась. Может, ей казалось прийти сюда единственный путь. Та часть меня? Мне снилась светлая комната. Я связана, боль по всему телу. Думаю, это было на самом деле. Значит, это я? Я не помню, но их убила я, верно? Если бы ты знал, что снова убьешь и не сможешь остановиться, перестать, ты мог бы? Что именно? Прыгнуть. Конечно, нет.
всегда есть другой выход. Но какой же? Ничего не исправить. Это лишь одна часть тебя. Не ты целиком. Я знаю, каково это быть человеком лишь отчасти. Поверь, это можно вынести. Я не столь сильна, как ты. Взгляни на себя. Ты сильна. Сильнее, чем думаешь. Меня, кстати, скидывали со скалы. Мне не понравилось. Но ты жив. Именно. И ты тоже. Ты прав. Теперь я знаю про то, что внутри меня, и могу что-то изменить. И знаю, кто поможет. Спасибо. Надеюсь, она справится. Технологии Ису изменят любого, кто не способен их подчинить. Это объясняет твою злость, Лейла. Я — это я. И не так слаба, как ты думаешь. Лучше не лезть в бой. Иди. Thank you.
Остановись! Слышишь? Теперь ты умрёшь!
Лучник!
Нужно действовать осторожно. Thank you.
Здесь бдительные стражники.
Здесь меня могут заметить. Жезл будто стал продолжением моей руки.
А, Дикаст, можешь помочь мне с проектом солярной регенерации флоры? Что-что? О, извини, позволь мне начать сначала. Я Неокл, главный ботаник-империец в Атлантиде. Ищу способы восстановления флоры. Цветы здесь не растут сами по себе? О, нет. Ты не из почитателей Минервы, надеюсь. Если ты не объяснишь лучше, я не смогу тебе помочь. О, прошу прощения, Дикаст. Ты недавно в Атлантиде, а я забегаю вперед. Позволь начать. Если вкратце, эти цветы — наш ключевой ресурс. Раньше их рвали без разбора, цветов стало мало, а воздух хуже. А тебе нужно больше? Примерно так. У меня есть гипотеза, что использование источника энергии мощнее Солнца поспособствует росту. Опять непонятно. Есть устройства, которые излучают свет вокруг сада Тритона. Перенаправление лучей с помощью зеркал стимулирует рост флоры. То есть я должен их направить? Да. Если Дикаст позаботится о наших природных ресурсах, это пример всей Атлантиде. Хороший, надеюсь. Похоже, все лучи должны попасть в ту штуку в центре. Это, наверное, устройство Неокла. Напоминает о том, как я открыл дверь в Атлантиду. Поддается.
Что-то там мешает. Мне что-то мешает. Буду осторожен.
очень странно. Поддается. Yeah!
Поищу укрытие.
Я здесь. Скорей, за мной. Я не верю чужим. Я не чужая. Я Элфида. И я следила за тобой. Да, это располагает. Я не могу больше ждать. Я долго старалась стать такой, как ты. Но умений мало, ведь ты не просто воин. В твоих жилах течет кровь богов. Мне казалось, в Атлантиде их зовут Ису. Ису правят, как самые настоящие боги. Жестко, расчетливо. Им безразличны суетящиеся людишки. Но ведь не только кровь Ису выделяет тебя, верно? Есть и что-то еще. В самом деле? Я говорю о нем, о копье. О, и все это ради меня? Пожалуй. Тебе нравится? А ты очаровательна, воровка. Я польщена, но нам пора поговорить о деле, Дикаст. Ну, чем я могу помочь тебе? Я любовница Атланта. Но он боится об этом распространяться. Он держит все в тайне, боясь, что враги используют меня против него. Ты влюблена в Атланта? Я не уверена, что Ису правда могут любить. Но я хочу доказать, что могу быть его опорой. Наш союз может стать ключом к взаимопониманию Ису и людей. Любовь по расчету? Если о нашем союзе узнают, мы сможем заключить брак. Я буду править вместе с ним, положив конец отчуждению Ису и людей. Но пока я всего лишь человек, этому не бывать. Я хочу стать такой, как ты. Тебе не безразлична политика Атлантиды. Атлант не питает сочувствия к людям. Он всегда на стороне Ису. Я научу его состраданию. Не думаю, что тот, кто готов убить своих братьев, будет очень хорошим мужем. Атлант суров и непоколебим, как все Ису. Вот зачем я нужна ему. Я пробуждаю в нем человечность. Я буду рад новой союзнице в Атлантиде. Каков твой план?
На адамантиновом руднике добывают металл, из которого сделано твое копье. Это самый прочный металл Айкумены. Из него можно сделать еще оружие? Да, из слитков адамантина. Но мне нужна сама руда. Ковать будет мой знакомый мастер. Атлант не должен ничего знать. Действуй незаметно. Он ничего не знает? Я скажу ему, когда придет время. Пожалуйста, поторопись. Элпида интересная. Это рудник, о котором говорила Элпида. Нужно забрать адамантин незаметно. Найду укрытие. Проклятие. Надеюсь, Атланту не донесут. Что-то есть.
волноваться не о чем. Добытую адамантиновую руду хранят где-то здесь. Кажется, добытую адамантиновую руду хранят где-то здесь. Адамантин у меня. Отнесу его Элпиде. Мой жезл что-то пробудил в ней. Словно эти реликвии неразделимы.
Адамантин, я держу слово. Приятно знать, что ты и правда искусен. Ты стоишь того, чтобы тебе подражать. Ты и так хороша. Зачем же тебе меняться? Твоя судьба — быть декастом. А то, что я делаю, — моя судьба. Я уверена. Людям Атлантиды повезло обрести такую защитницу. Ты отлично справишься. Рада, что ты разделяешь мои взгляды. Но у тебя есть только адамантин. Лишь до тех пор, пока искусный мастер не изготовит из него артефакт Ису. Ты знаешь, где меня найти, если понадоблюсь. Кузнецу нужно время. Но затем мы изменим Атлантиду навсегда. Убедись, что твои обязанности выполнены, Декаст. А затем жди меня у дворца Атланта. На!
Элла, Элла! Нужно быть осторожным.
Вот он!
Опасное место. Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно.
Не место наемникам. Если заметят, мне не сдобровать.
Путь открыт. Инициация. Выберите параметры оружия. Ugh!
Надеюсь, меня еще не заметили. Yeah!
Лишь бы не заметили. Мысли жезла. Слышит ли он мои? Yeah!
Тише, тише. Вперед.